Ну что ж, специально для радиоволны. Я тут решил вылезти и впервые в жизни половить спутник Катар Оскар 100 на сетап стоимостью, наверное, 1300 рублей. USB RTL SDR свисток. Придется отказаться от автофокуса, он у нас плохо работает. Вот наша частота. И самый обычный Q-Band конвертер, купленный, по-моему, рублей за 300. Покажись, конвертер, какой ты. Здесь используется гетеродин на 9,7 ГГц в данном сетапе. Нужно использовать, вернее. И это достигается простой подачей на конвертер питания там от 12 вольт до 14. Если больше 16 подать, то он переключится на 10-гигерцовый конвертер. Он переключится на горизонтальную поляризацию. И придется разворачивать его. Ну, все очень просто. Усиления вполне хватает. SSB сигналы вполне читабельные. Вот так вот. Вылезти мне пришлось из дома, потому что у меня из многоэтажки не виден этот спутник, как и спутник Inmarsat Alphasat F4, на которого вон там вот лежит тоже патчик. Всем пока, всем удачи.